Меня бьют все. В конце прохождения. Чё вы меня бьете? Гайс, расскажите сюжет, гайс. What's up, man? Расскажи сюжет мне. What the fuck is this language? Вовремя я отмьютил там. What the fuck is this language? Чё за машина? Давай сидись! Стой. Представляешь, это... Пить его бросай! Разлетел магазин. Брось его, его уже не спасти! Слышь, переедь на обратном пути, короче, я... А тут мы прямо на них едем, ты чё? Мы прямо на них едем. Hi, guys. Ты сумасшедший. Джеки, ты просто боженька. Мама! Зона, зона. Вас сейчас вывожу отсюда. Прощайте, парни. Забери меня, говорю. Все, Джек, живи. Он врывается, короче, как псих. Хорошо, он врывается здесь. Туда, что ли? Да, он заехал прям туда к ним. О, тут колес нету, мне нужен был этот УАЗик. Как мы уехали бы? Стой! Это была глупая смерть. Чат, запомните меня как идиота. Это было... Если ты мне сказал, я бы не работал по колесу. Тут тоже колес нет! Ты зачем все колеса шиб, Дима? Там тоже я. И это я. Это я. А еще куда поедешь? У меня есть... Про что тебе надо? Понял, забираю. Доктор Клод, ты сошел с ума. Заказ на Джека взорвать гранатой. Н ровно, на пригорке тоже есть люди. Два отряда разных. Угу. Так что, понял, как раз... Просто он за это заплатил 10 тысяч, но даже за 10 тысяч я не могу убить тебя, Джек Шепард. Да, неплохо, неплохо. Просто знай, я люблю тебя. Спасибо. Как парень парня. Но не как брат брата. Ну да, потому что мы за основу ничего не брали. Мы вообще не брали. Остальное... Угу. Остальное, я не могу тебе помочь. Блин! Просто потрясающе. Я не могу тебе помочь. Просто потрясающе. Второй раз. Джек, ну ты не жилец все равно, понимаешь? Я тебя подниму. Теперь ты тоже! Ты не успеешь даже подлечиться. А я не буду. Почему вы лезете ко мне под колеса? Я никогда не признаю вину. Ну, типа, ты же понимаешь, что мы 10к заплатили за твое убийство? Все понятно. Да а это Джек Шепард был? Я выполнил. Я говорю, тебя не убью, не хочешь. Брат, вот это вот, да, брат. А так я думал, это вот. Джек, я думал, Тёма остался, обрадовался. Я серьезно думал, это Тёма. Дима, мы с тобой только остались, да? Да. Я еще жив, Джек, я сейчас за тебя, я сейчас пойду по Рижу. Так ты просто мог. Артур, справа тебя машина ехала. Ну и хер с ней. Наверное, ну убьет тебя, так стоишь. Ну да. Сексуально. Энергетик дайте, пожалуйста, если есть. Я только что выпил. Я тебе могу дать один. Из-за того, что я тебя бросил. Подожди, тебе заплатили уже 10 тысяч? Да. Так зачем ты тогда меня убил, если тебе уже заплатили деньги? Так я вообще не думал, что это ты. Я думал, я Тёму убиваю. Я. Конечно. Грамотно все. Так. Цикл за час. Из-за камня. Ну могли, да, могли. И чё теперь? А могли же меня не задавить, а? Ну 10 тысяч это 10 тысяч. Не, не вариант, Джек, походу. Сегодня. Артур, деньги изменили тебя. Ой, лох. Ой, лох? Лох-ха-ха, лох. Ой, лох. Ой, понятно. Ой, лох. Так, зона. Здравствуй, зона, моя зона. Поехали. Ну, хоть пока включим под геймплей. Так. Давай на красный. Сосите, писюн. Писите, сосюн. Ни хера ж не видно от первого лица. Чего я? Нет, не заездил. Все пошло немного не так. Брат. Или не успею. Я не успел, все, беги. Все, беги, беги. Да куда бежать, там сортиря эти сидят. На сортирной зоне. Зона, в зоне. Хильни сейчас, сейчас начни хиляться. Артур.
Ой-ой-ой. Тут 6. Я хочу пожаловаться, шумные ребята погибли. Кто бежит? Вдоль зоны. Я успею пострелять вон там дебила в Siren Sight. Ого. Там за деревом кто-то сказал па-па. За полгода. И один из этих раз из-за бага, то есть игра вылетела у всех, кроме нас. Неплохо. Тоже так хочу. Ну это просто, чтобы чат поверил, а потом так... Вот это вот. Господи. Чё это такое? Ам! Выгоняй, знаешь, что ты там? Я не там. Скинь мячик погонять. Сейчас я тебе скину мячик. У них 3 штуки. Выходи! Артур выйдет, а мяч скинет. Спойте! Слышь, а есть попить воды? Уходи, человек! Да я бы никого вас не кинул. Да, ладно. Я знаю, куда кинул. Давай, поехали. Ну подождите. 10 секунд быстрее. Давай, да бросайте его, короче. Не бросайте меня. А давай мы его задавим просто. Да вон он сзади бежит. Как ты уже делал, да? Ага. Да остановись. Остановись. Да он сзади, мой Артур. У вас нога невнимательна. Господи, сука, ты чё? В этом пиджаке. Я никогда не думал, что я скажу это, но вы упоротые. Хорошо. На этой машине. Нет колеса. В смысле, а если я сяду за руль? А когда тебе меня будет, кстати? И как? Смотри. Так. Ко мне трое зашли на этаж. Мы расстреляли. Ну, у меня все колеса. Сделали колеса, чтобы тебе правда. Серьезно. Нет колеса, видишь? А, понятно. Все, поехали. Команда лучше, чем команда Б. Я в ванной, охраняйте меня, я схожу пописить. В ванной писаешь? Да. Я писаю в ванной. Слишком. Если Даша спросит, то это была собака, да? Иван, опять насрал в ванной. Ох, Эван. Давай избавимся от него, да он не виновен. Вот Артур и понимает. Просто собака, он не понимает, что он делает. Мы не в зоне, мы вообще оставим его. Я, кажется, говорил, да, про берег. Зона не в зоне, короче. Поехали сразу на берег. Ну подожди. Поехали. В ванной. В смысле берег? В ванной сикает лежит. Я забыл про него. В смысле, мы же секунду назад говорили. Ну да, говорили, и все, и вылетело. Секунду назад. Секунду назад чистил. Тот самый секунду назад было. Я застрял, короче. Слушай, мне кажется, ты отсюда не вылезет. Что с вами, не так там? А, фу, отлично. Стреляют откуда? Ты реально вылезти невозможно, я застрял. Да что просто у вас там, блин? Я ничего не считаю, мне кажется, застрять с Артуром в ванной — это не самая плохая. Которая пересекла. Могла со мной произойти. Ну чё он там, я не понял. Учитывая, что он уже туда сикнул. Не, ну ладно, зона тут вообще на самом деле рядом. Нормально. Так, вот тут вообще не приближайся. Я как-то тут на лестнице застрял, Станя. Тихо, кто-то гранату. Я вот, кстати, говорил, что если к лестнице подойти, то можно лезть в этот этаж. Нам кинули грену. Ясно. Очень смешно. Очень смешно. Ты не видишь это. Артур лежит в дыму, как парилочки, сауна такая прям. Сауна. Класс. Сауяна. Сауя в сауне, сауня в сауне. Ну если что, брось. Подожди, когда ты сказал очень смешно, очень смешно, ты реально думал, что я просто грену кинул и такой ха-ха-ха? Да. Шутка. Шутка, юмор. Это я умею. Ну, я так могу, конечно. Практикую, да, и сейчас. Почему-то люди пишут, что это смешно, но это не смешно. У человека реально проблемы. У него недержание в ванной. Ничего хоть, ребят, ну. Нужно 30 секунд. Наблюдаться. А какова вероятность, что иногда, когда Даша дома, он делает это с Эваном на руках, чтобы сразу такой: ай-яй-яй-яй, Эван. Ребята, 20 секунд выдвигаемся. Сука, застрелю сейчас всех к чертовой матери. Поймал тебя с поличным. Зайти. Не попадешь! Не убьешь точнее, ладно! Не убьешь! Убил! Поехали! Грим Роберт!
Хорошо. Но ты же сказал, что он не убьет. Мэри Лопес, спасибо за тервант. Да, он не убил, он уронил меня. А Джек, если подъедешь ко мне, ты не умрешь, точно. Я не подъеду. Ты должен. Мы оставляем своих позади. Ну по кнопку, что он делает? Что он просто встал? Тёма меня в зад ранили. Тёма. Я понял. Прям в заду. Тимон! Я умер на тебе. Тайминг гениальный.